Обои такие светленькие, приятно вообще. Комната очень приятно стала, мне понравилось. Особенно там, которое было, и что сейчас будет, очень рада. Глядя на свои новенькие квартиры в новостройке по Гоголя 2, люди не скрывают радости. И здесь еще пахнет краской, что усиливает предчувствие новоселья. А это старое жилье. 30 лет дом старился, ветшал, пока совсем не пришел в негодность. Анна Обвинцева здесь сторожила, вся ее жизнь здесь – борьба с трещинами. И вот дождалась, твердит родственница Анны Кондратьевны Галина Салаватова. Она и показала нам квартиру, и рассказала, кто где будет жить. Тут вот тут у нас вот эта вот, да, мамочка с ребеночком будет, так, и там же вот так и тут. Тут, значит, сын вот будет. Тут как зал считается. Отделка, конечно, хорошая, придираться не к чему. Тут бабаня у нас от Старушкина комната будет. Хозяйке Анне Обвинцевой квартира понравилась вся, за исключением коридора. Коридор у меня до Петрограда, это у нас один какой большой. Большой коридор – это не проблема, уверяют родственники. Главное, что квартира в идеальном состоянии. В каждой квартире ходят их будущие хозяева. Оценивают планировку, отделку комнаты и их размеры. По квадратным метрам квартиры такие же, как старые. Некоторые даже больше. Все с полным благоустройством. Переселение состоится 25 декабря. В квартирах к этому времени все будет готово. А на улице установят детскую площадку. Придомовую территорию оборудуют лавочками и урнами. Вместе с жителями дома по улице Микушева Новый год в новых квартирах встретит еще 7 мисс Пролетарской 145 и Первомайской 4А. Татьяна Андреева, Алексей Долгоруков, Галина Крикливцева, телекомпания «Кунгур».